вылазим. Ладно. А что это болото? Мухи едят. О, да что там плавает, капибара. Водохлебы. Кстати, кто-то хотел кое-куда и уже не просится. Она потрясает, камень розовый, понятно. А тут что лазит? Вороны, наверное, так. О, да и кисть ложит он член. Вон и там. Идем посмотрим, что там есть. Я же выложу это видео. Все должно быть. Все видео должны увидеть. Да. Капибара. Огромный член общества. Наши бобрики. Это какой-то нельзя. Окей. Вот и еще водохлебы. Держи. И тут какой-то морду высунул, а теперь назад как. Смотри на вас. Это страшный зверь. Но можно укусить. Морду высунул, короче. Хороший. Мухи его добавили. У меня есть черный хлеб. Уже так давай. Ты с мясом, с колбасой. Нет. Колбасу не дам, бо потравится. Колбасой. Повылазили, главное, морду высунула. Чего ты высунула? Дай печеньки. Пальцы не суньте. Дай печеньки, жадина. Дай печеньки. Да подожди, лезет. Ребята. Черный хлеб. Так, не. Белорусский. Привет вам из Беларуси. Сейчас подожди, и тебе дам. А то скажи, я первую морду высунула. Отекай! Ты посмотри на нее. И кони. И мала. Ну, кони, люди. Да. Давайте мою сумку. Будем присутствовать. Это все, скажи, хватит. Да, нам, это так значит на щедрование. Кто последний, а кто последний, тому меньше всего. Все? Нет. Не, ну тут все. Тут стычки. А там вот стадион, там олени бегают. Олени? Людские? Людские? Черепахи там в начале в самом деле. Уже 5 агроменов, что 5 львов, конечно. Вот. Бегом до парка один сейчас, а тут 5. Ну да. И они же, наверное, семья, потому что они вот дружка. Не, просто уже не вместе сидят. Да ясно дело. Мы тоже вон идем, не бьемся. Мы тоже семья. Ой, так ты молодец. Ой, да так классно. Ветерок. Короче, надо камеру хорошую и стабилизатором, чтобы мама, это не шмыкалось. Это уже на моего олененка. За барьер не заходите. А что там небезпечно у этого оленя? Лань европейская. Дама-дама.
Дама, мадама. Савці. Дай, місце Європа. Глянь, їм таким малим і місце спокою, а ведмедь на трьох квадратних метрах. Так якщо б сюди ведмедь, він би виліз відсюди. І пішов би на карюкавку. Що? Що ти говорила? А Валінда я назвав, він таку маленьку, що йде к мамі. А прикинь, це люди живуть вокруг сектору часно, хтось загорає на городі, там лежить на лежаку. І знає, що тут ведмеді, допустим, ходять у вольєрі ці тігри. Думає, що ж загорає, тут був тігр вилазить через забор. Зови тебе, Марина. Жрать! Щас я тебе надо що вже дати. Їх є, вони тут насипають. Нього них... тікає, він нічого не зробить. Він на такі. Це, навірно, самець. Без рогів ще. Кажи, куди я тобі прийду? На. Куди ти смотриш? Ось я. Ну, дай йому ворота, алло. Там дивися, хорошо, давай. Алло. А, так вони, мабуть, і привикли, що їм суворот дають. Дивися, вона лізь, бачиш? І другий іде, чужа. Конечно, что он дурачок. Раздача. Раздача слонил. Нравится хлеб черниговский? Я тоже его люблю. Сейчас я тебе дам, подожди. На, на. Маринами, да. Ищи, ну ты проглот. Мали... Роги бархатисты, бачишь, не просто Валинда и Валинда. Да, аж трусится. Дай поглажу, да. Дай поглажу, хорошо. На, дай ему и поглади. Пока он живет. Роги потрогай. Короче, понакармливали хлебом. Да дай потрогай роги. Все. Вам 100 буханок дай, вы сожрете и не мухнете. Спасибо, не скажете. Угу. А мне еще бутерброд надо пожрать позже чуть-чуть. А хлеба не будет. Что я там буду делать? Скажи, пойдешь купишь. Моя ж ты мамочка. Потрогай за рога, желание сбудется. Чи какое? Боя. Бачиш, попробуй за. На, на, на. Нет. Марина, давай. На. Вот это маленькое. Я знаю, как надо. Надо сюда. Хлеба, туди хватать за рога. За рога, и за рога, чтобы пришел кто-то. Да. Если дотронешься до рога оленя, станешь оленихой. Марина, ты понюхал меня. Молодец, потому что он думал, что ты хлеба дашь.